Кстати, когда я пошел с попугаем 25-ку, вчера, это сегодня уже, меня на кораблях вылетело, и я появился вообще посередине Нордскола, и то в море где-то. Дай трейд рога, который мне там просил камня. От тебя не вижу. А за что меня ГМ убил, нахуй? Он чё, ебанутый, блядь? Ты заслуживаешь. Палатки берем? Берем. А у кого можно взять? Я вбил, тогда быстренько сгоняй, пока время есть. Я, конечно, рад за все эти зуломаны, блядь. Наверное, ГМХМ не соберется. Пугов я не хочу водить. Хотя как бы можно. Хуеть, взяли, разъебали меня, блядь. Просто я первый раз такую хуйню вижу. Взял, сдох. Почему, блядь? Почему я Ебать, сдох? у тебя философия началась. Так ты мне объясни, почему я сдох? Я такую хуйню первый раз вижу. Блядь, по приколу, может, сердечный приступ словил, Да, блядь, бля, все, блядь. играешь. Суманите, блядь. Вот тут прям стоял, вот смотри, мой труп, нахуй. Вот прям тут стоял. И сдох, нахуй. Ты умер только что? Пиздец, Никогда. нахуй. Только что, ну, недавно. Бля, у нас армсов нет. Чё, там некого больше позвать, да с одно тело в Дисе. 33 онлайн. Уксор в Каражане, Тунчик в Каражане. Колфин это, по-моему, маг. Колдун. Да, фласки, да, мы милишные и РДДшные. Можете пока трейд давать, только не бейте. Пока не начали. У меня нету с собой, типа, я типа. Давай последний. В ГБ есть, возьми. Я знаю, я не брала просто пока. Давайте быстрее. Милишные, РДДшные. А мне котю слышно, да? Бусенечка. Так сколько мы давали за этот, за ИВК? Да 300 и нормально. 300, да, да, да. 300. Давай 301. Ох, да. 302. Ну, 20-23 ебанем, да? Да хуй его знает. Ну все, вайп нахуй, ложитесь, ебать. Но у нас 4 шп, блять. Мне кажется, они вчетвером пронесут весь ВК. Так понимаю, фласки никому больше не нужны, да? Вы потом, а как обычно, перед пулом начнете пихать. Это я с ГБ взял. Ну, нет, так нет. Рыбу жрите, нате. Спасибо. Прям оно тебе сильно надо, Глю. Ты хуйня. Ну, если особо никому не надо, я бы лучше себе забрал. Ну, танку, я думаю, не надо, он 271. Масло свое мажьте. Да забей, потом чем-нибудь какую-нибудь хуйню вон в целкабочке полутаешь. Просто перезаходить туда-сюда, хуй знает. Еще если вот я тебя уберу, да, нужно, чтобы кто-то хилил того же Джираксуса. Хотя хуй знает, прихилит они, нет. Да и массакра у тебя. Ну, значит, ладно, похуй. Не, я, в принципе,
Я, в принципе, могу, блядь, спекнуться, типа, левичка один потанчит. Да ладно, забей. Да, лучше не потанчить. Я потом себе статик на ДК найду, нахуй, сам быстрее оденусь. Так. Ладно, пока так стартину, может, пока 25-й будет челик. Так, что у нас два пала? Ты что бафаешь? Кому можно класки обмен? Давай я, короче, каски буду. Королеве. А ты кулаки, кресты. А у тебя кулаки апнутые, Войт. Может, ты кулаки, а он каски? Давай, похуй. Кулаки по ханту. Так, по себе. Так, кота у нас нету, тогда каска на друида. Роги нету. Ты попал, поставь себе этот кулак лучше. Я каску бафну. Ну, в смысле, рога есть. Чем поставил? И разбросай шипешек по группе. Не, это уже, скорее всего, вопросы. Кто куда кого разбрасывает. Все, сейчас дам каски. Так, а дайте столик пожрать, чтобы это ману отпивать после пула. Стоит, стоит. Дай 3D-метки. 3D-метки? 3D-метки. На 3D-метки. Нихуя себе 3D-метки. И такие имеешь в виду? Хилы в сосок и остальные похуй. Сосок. А роги кого напуливать? Короче, на пул... Где это мамонта этого ебаного на левичку. И все. Фул его продержишь. Все готовы, запускаем. Я тебе каплю там под конец дам. Бля, у нас как тени то что ли? Как тени? Все, ложись. Печеньки хилы на второй, на этих, на червях. Нет, есть. А, есть. О. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время. Опа, а то там на хасу будет? Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, бросающий бивень. Бой, герой! 5, 4, 3, 2, 1. Этот нах лок. 6 стаков, 7 стаков, нахуй. Выходи с лужи быстрее, блядь. Сейчас кинется еще лужа, и ты с нее так же не выйдешь, и пизда тебе будет. На XH лок. Собновиться еще, блядь. Пиздец будет. Люлька. Какой парад. А армазит тоже 4. Это 2 стака. Не, это. Не слови больше. Че, не зыбку сдал, ни хрена себе. Ладно, похуй, даю тебе каплю еще. Первую я забираю, ты вторую забираешь, которая из-под земли вылезет. Вот это моя, вот эту не бейте.
что, блядь, дыхания нет, а вот. Пилов разморозить, блин. Разморозить надо будет. Так, иду. Вы где, в соске? Да. Так, размораживаю. Лок стоит, где я хуй знает. Скобка. Львичка-то унтить сразу надо. Набираю его. Только выйти смог, сразу тонти. Все, уже раньше набирайте. На всякий случай. Разбегитесь, за ДПС успеем. Я вам сокру дам. На плевок, если что. Сейчас готовимся. На РНЖ стойте, чтобы плевок не словили. Он дал массакру. Плевок на ком? Хуй знает. На, скорее всего, только красавчик. Блять, посмотрите, сколько этих ебаных привидений. ЖПшных, да. Вы ебанулись. Вообще пиздец, жестко. Ебать. Еще стойте на РНЖ, может еще плевок быть. Сейчас все уже. Вон, вишка вставал, блядь. Сейчас сразу набираю на этом пидоре агро. Напуливайте на левичку. Отводи сюда под щитарды. Хуярим. Ну просто надо будет отбежать, когда он будет разгоняться и все. Так, лут какой. Ну давай группу поставим. Нажимаем там, что кому надо. Шмот надо, кубик нажимаем. Все забираем, все пиздим. Все забираем, короче, рулим, что вам надо. На распыл там, блядь, похуй. Распыл мне камни, кристаллы нужны. Короче, кубик ГБ. Нажимаем. Кому не надо, нихуя крестик нажимаем. Просто кубик все нажимайте и все. Я ебал этот шлак ебаный разрали. А, с тринкой там разберемся. Куда ли босс бежит? Понятно. Так и живем. Пока, что случилось? Нет, это не важно, типа мы и так убьем, но интересно просто. Бля, лень. Бля, я только на два шага отошел, разворачиваюсь, смотрел, мимо меня пролетает, бац, минус чел. А куда они летят, эти демоны, нахуй? Вот эти вот шипы. Ну куда-то наверх, модельки. В небо. В небо, нахуй, охуеть, так прикольно. Смотри, просто пиздец, блин. Лол. Хуяк такие повернули, блядь. Черепок, смотрите. Не ставится нихуя черепок, да? А, вон. Где-то вон туда. Стрелка в ДБМ показывает, куда отбегать. Мне не показывает нихуя. У меня обоссанный ДБМ какой-то. Я вчера обнал. Что, должен был черепок ставиться? Что, перестал ставиться? И плохо. Он пишет, по крайней мере, что этот на кого бежит. Все чудовища повержены. Опущен. Правда. Опа, первые четыре строчка. ШП, запустите ШП, сразу. ШП. Босса следующего сразу запустите. Думаешь, ШП сильный? Средний. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь... Дайте касочку по магам, пожалуйста. Касочку по магам. Так, что там? Ну, глю, поставь огонь тогда. Я поставлю третью. Блять, а может снять с этого пидора шкуру? Блять, чуть разраливаться так долго. Нажимайте быстрее эту всю хуйню. Что-то вкашет. Может, ту шкуру снимать? А он не снимается же. А, не снимается. Снимается. Короче, я буду нидить шмотки. Кому что надо, пишите, я буду раздавать. Инчантер. Получилось! Трепещи перед всевластным Вильфредом!
Интересно, сколько он лежит? Ну, просто в ГБ закинуть. Помогайте раскол стакать тоже, ребята, у вас же тоже есть окно в ротации. Все. Врата пьем. Бегаешь? Я бегу, а волосики назад, да? Если ты будешь бегать, не станет безопаснее. Так, сейчас будет вулкан, смотрите, там огонь еще. Я первый сокру дам, потом львичка дашь Т4. Готовимся. Так, дал массакру. Давай, левичка, Т4. И башим. Блять, убейте инфернал. Добивайте босса. Беги, малышка, беги. Я этих отведу. Куда эта тварь пошла, блядь? Заебала. Иди сюда. Конченые, 26 500. Поставьте шкаф, сейчас рестлинг будет. Ну, утешение, не хрень. Хочу на Ршамасе. Его, кстати, даже не вижу, если что. Я его тоже. Ну, наверное, оно у вас есть. Ну да, ну типа я не могу его не отказаться, ничего. Ваша смерть будет быстрой. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Можно взять у тебя колечко на МП5 хосту? Да, трейд кидай. Сейчас тебя только найду. Тыкните на сумму. Арислин, Диси. Спасибо. В Диси. Угу. Так, Басама вроде сумнул. Че он там, где? Тут его пиздит. А, его примари убивает. Пиздим рейдит. Да, у меня проблемы с ударением. Келесита называю Келеситом. Талдаром и Талдаром. Авалан, Равалан. Кошмар. Да.
Да это уже привычка. А ты куда улетел? Банки покупать? А мертвый. Держи бой. Ты красава. Серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. А что ДПС блил? Чего там? ШП на первом месте? Ну да. Все места ШП, ШП, ШП. Нет. Вако погнал одну из ШП. Нихуя себе. На тысячу больше. Из-за стака. Да, так он сакал. Кошмар. Блять, я не понимаю, как новым ШП дамаж вообще мне непривычно. Короче, смотри, у меня написано призыв, значит, ждите ответа. Ты, наверное, релогнись тогда, потому что какая-то параша. Я уже 5 раз тебя пересманил. Нет, не знаю, что у меня за ШП сложно играть. Да, на ШП 300 IQ надо, ты чё? Я не понимаю, но я понимаю, что просто классно, для меня чё-то нет, всё. Изменили Т4, я потерялся, всё. Ну так там, типа, понимаешь, это только для гениев, кто там докторскую получил по ШП ротации. Да, 3-4 кнопки. Тык на сума. Ой, я уже понял, первое дело, что у меня не так. А я привык взрыв разума тыкать. Так, кто там вышел, давай посмотрим, бля. Короче, чё вы Лока первым убиваете, да, я так понял? Ханта кружок контролить. Ханта будет контролить. Друидов нет, нихуя. Будет контролить тогда апчи. И. Блять. Мася, можешь покидать вихрь на ханта, если что, на луну. Ой, блять, на кружок. Так, это что у нас? Это энх. Дорога. Где там маг, блять, стоит? Будь здоров. Ну за хантом. Это... Спасибо. Скорее всего, у тебя есть еще ассист, там еще метки ставь, кого бить. Где маг, блять, сука, за хантом? За хантом. Я могу его выбрать, блять. Спряталась, сука. Все, выбрал. Короче, на него поставлю крестик. Ну, после звезды можно будет крестик убить. Ну, там кого удобнее будет. Так, вы тогда начнете здесь, возле шкафов примерно, а я с той стороны начну. Там Энг стоит, Рога. Все, 2 хапала хильте меня. Так, ну... Короче, похуй. Проверка. Глю, скорее всего. Глютонат надо. Да не, будь в танке, покидаешь оковы, там... Сало позбиваешь, незыбку дашь, набьешь 4 стака, 5 стаков. Все, на счет 3 пойду пулять. Раз, два, три. Поехали. Кого бьем? Всех. Ясно. Контроль чей? Фиряйте. Бьем красное. Ну, я только рогу забрал. Расконтрольте мобов. Друиды на хилах. Не постремайтесь вихрь покидать, чтобы не упали. Ебать тут духов. Теперь пойму, что происходит. Фиры раздавайте. Короче, вы убили первую метку? Нет, мага не могут добить до сих пор. Расконтрольте всю эту пидерсию. Солнце. Жалко. Вы убили. Черебить. Мася, рез иглю. Не вайпайтесь, давайте как в ПВП играть, блядь. У меня 100 рейтинга, если что, в ПВП. Сразу иннер ему залей. Массакры жмите, всю хуйню. Да, я уже прожал. Выживайте.
Это, блядь, позор. Катите мобов. Мастер-шаг, конечно. Метку озвучите четко, какую вы сейчас бьете. Я слышу. Ханта, ханта, Алиса. А то люди будут бить разные метки сейчас. Черепок, короче, ставлю на всех. Пельте. Сука, кот убил. Под ферму. Локи ССы покидайте там. На Экс на Глю, Спейси на. Дай на друида на второго Немася, который. У него БР еще есть. Левичка гриппой, Меликов. Аковы по КДМ кидай. Давай сало. По кастерам. Квадрат бейте. Сказали, что квадрат бейте, вот другой цель половина рейд. Бейте, которую метку вам сказали. То полгода будете бить. Предлагаю до тиммери пошифа. Гимны у вас еще. Чёвая идея. Они нам нужны. Что происходит? Боже, вот там что за скопище вот этих вот синих духов? Рожают просто. Нет, на офе они не так часто появляются, как тут, это просто ебать. Да они так ужасно и не выглядят. Нет, они так же выглядят. Нет, во время подарить. Твоя аватар, то есть твоя раса, во-первых. Нет, это не твоя раса летает. Вообще отдельная текстура. Я про Оху говорю. Нет, там на тоже актуале, обычный. Да, на актуале там что-то похоже. Нет, вот, нет, обычный дух там летает. Но он красивее выглядит, чем здесь. На фиг никто этих духов не берет. Не видно может. Бля, если бы этот... Блять, Рога, я моделька летала. Сука. По кайфу было бы табурена сделать. Чтобы коровы летали? Угу, прикольно же. Я думал, корову сделать. Почему неплохо? Апнутую расовую. По великой силе кританула. Контрольте Рогу, он это, в рейд пошел. Да не циклоните никого. Че, вешай на Боб. Боб дал холич. А, че происходит? Уешим нормально, синий экран в духах. Ебать духов. Такое ощущение, как будто на среде 40 человек. Пиздец, ебать. И жестко. 40 шп причем. А теперь представьте, если на нарике будет более 20 шп. Каждый шп максимум на 5 таргетов накидывают, типа, и каждые 2 секунды дух появляется. Каждый. А нельзя как бы их просто количество уменьшить, там, не знаю. Хуже. Я это говорю, сейчас дебаф кидается максимум на 5 целей, вот они получаются 5 целей и идут. Ну да хуя как бы. Я видел вроде на 2 цели. На 2 цели дамаг разделяется от того, как они ударяются. Именно дебаф на 5 целей максимум кидается. Просто пиздец. Экстем под грибами, блядь. Опять первый четверо это по ПШП. Я говорю, по СЛК. Они... Давай 20 пиздец. Пиздец. У нас теперь еще АДК есть. Нормально, живем. Я в ахуе, блядь. У меня скоро эпилепсия такими темпами появится. Ну тут в натуре, блядь. Жестко, ну. Реально, дайте мне. Пожалуйста, сделайте призраками, что ли, потемнее, но не настолько яркий, блядь.
сделайте, чтобы они были таким заметным. Может их вообще удалить? Вообще бы удалили нахуй всю анимацию, блядь, без лаги нахуй. Теорика он стоит, как где-нибудь лагает. Нет, меня не лагает этих призраков. Ну, просто те, кто с рекаунтом говорят, что у них лагает, тут все очевидно. У меня details. Хочешь сказать, из рекаунта лагает? Да. Да. Заметно. Ты его удалишь, ты прям FPS 20 почувствуешь разницу. Скаду, там, details, чего. Можешь компьютер купить получше. Можешь мозг купить, блядь, получше и перестать играть в WoW. Ну, это факт. Не прокатит. Нет, мне на время аренду дали. Да на месяц, что ли. К воротам отходите, не запускайте пока, то вдруг какие-то там эти, блядь, тотемы. Кому там надо на танка рольте? Да, на танка полюбасу надо. Поставьте столик или этот... Рыбу поставим. Все, я спекаюсь. Так, надо хлопать духов, короче, реслин тогда спекнись. Хлопнешь, кто еще может? Еще одно тело какое-то есть, танкоспек? Вары. А, у меня есть. У тебя это у кого? Галю. В смысле, напали, что ли? Смотри, да. Если они четвером смогут вычислить, я могу на свой ГДК зайти просто половить. Да, блядь, я что-то сомневаюсь, хуй знает. Лучше хилить. Короче, это, блядь... Кто похлопать может? Может, ЧПшник какой-то? Каким образом? Духов похлопать... блядь, не духов, шарики. К нас убьёт сразу. Тогда, может, спек у кого-то есть. Басам, у тебя есть этот шмот? Ладно, похуй, тогда давай на удачу. Если что, разойдемся сразу. Не, похуй тогда. Феник сказал, может. А, давай спекайся. Ты пока дождешься нас. Так, запускаю пока. Ты, короче, левичка берешь черную и танчишь, которая с кружка пойдет. Я белую, которая с ромбика пойдет. Значит, феникс хлопаешь слева. Это вот здесь вот. Сейчас на 7 метров. Да? Вот здесь вот хлопаешь. И когда перебежим, с той стороны хлопаешь от стены. Вот здесь хлопаешь. А второй кто там? Реслин хлопаешь сверки вот здесь справа. Ну и когда перебежим, вот здесь вот. Посередине. Так, кто там с цветом, смотрите, когда цвет менять вам. Потому что я эту под белый буду. То есть еще метки на валик. Сначала бьете вот эту. Когда белый цвет берете, бьете ромбик. Тем человек на пол. Все готовы, на счет 3 пуляем. Раз. Два, три. Во имя темного повелителя, во имя короля лича, вы умрете. У Кира через 15 секунд. Смотрите, с одна сферка пол хп рейда нету. Так что ловите. Ебать, тут травмы нахитывают. Так, что это вы под черным? Да, давайте, похуй. Это вы не меняли ничего, да? Не-не, не меняли.
Так. Сокрутал на всякий случай, что-то испугался. Белую берите, бейте ромбик. Щиток сбиваем. Там добьем уже. Че сбиваете? Тут добиваем. Сейчас уже эти черные ловите. Дай Т4 левичка, на всякий случай. Хули не 50к. Хули так мало, 48. Ебанись, блять, вы... Босса мы ДК закинули. Я, короче, точно за ДД не буду играть, я такие числа слишком боюсь. Так, пока запускаю. Блять, как же нас будут фиксить, этот пиздец. Чё там по ДПС? Ну, я там накидал уже экстемп по 10 тысяч логов, скринов. Так это, блять, вальки же, хули. Оху. А я скажу, что это тухлопус. Короче, не у меня уже кто-то отзернитил. Шмаки пылю, короче, и те, и другие. А я хочу грёбаный реворк Т4 холи присту, блядь. Что тебя холи прис не устраивает? С божественным оберегом, потому что он бесполезен. Напиши на форум. Я уже писал, мне проигнорили. Я предлагал. Да, сумоник стемпа. О, краш-тест, блядь, хороший лог. Так кто его добрал? Ну вот будете хуи сосать по 15к рядом с танками на парочку. И я. Типа, за 24 я максимум могу поглотить, ну, 3600 максимум. Если по цели критану. Это, ну, слабо. Имба. Это пиздец, херня. Имба. Типа, я его максимум Т4 ношу только за второго комплекта, все. Здорово всем. Здорово. Здорово. А так, херня. Даже на вальке, где постоянно урон идет, ну, хотя по факту какой-то обзор должен идти неплохой. Плыги на пятом месте. Короче, смотри, Рога, у тебя символ на пул есть? Не знаю, с какой стороны тебе удобнее будет напуливать. Наверное, с той стороны, где ближе мобы ко мне. Потому что одного я и так таунт успеваю нажать. А ты одного только, а хант с дальней стороны. Смысле, ничего не понимаю. Чего владыка ужаса пишет? Какого шупа? Да, справа ты справа, а Рога вот здесь слева, где там челик на нитро ускорителе бежит. Короче, у меня 3D метки нету, нахуй. Можешь ты поставить? Скорее всего, у тебя ставится метка. Вот там где-то, где лужа моя будет. Я поняла. Где-то вот здесь вот ебани. Если это будет. Хуйня плюс хуйня, понял? Че, где хуйня? 3D метка. Сейчас я молчу. Сюда ебани. Yes. Любую. Боссом, короче. Где он? Бля, а может мы переведем без окопок? Нет, ты чё, дурак? Да, я думаю, с таким ДПСом. Ну, с такими ШП, да, я думаю, вполне реально. В прошлый раз мы чуть-чуть не хватило нам. Не знаю, не, ну, блядь, давай лучше одну закупку сделаем. Похуй. Первый боб кинет... Слабый. Первый боб кинет глю, а второй реслин. Боссом, короче, сдернешь эту парашу, как она называется. Скажи мне, блядь. Шарик ебаный, короче, луну. Он пишет, грипп не качал. Так его не прокачанным грибом может даже. Просто клипануть его и все. Блять. Ну и на. Короче, мне похуй. Это самое. Давай, Адель, этот отчет. Я готовлюсь таймер нажать. Может по позициям сначала? А че стрим офнули? Хуй знает.
Вроде был стрим. Давайте на пулю. Давай их заклеиваем, прикол. Я тут не помню, ланир, наверное, надо было снять, да? Зачем? Нет, он как раз не хилит. Же хил прямой, не абсорб. ДЦ и валик самые полезные. Ты частицу на мне только держи и все. С частицы вроде абсорб не идет или идет? Нет, частицы... Весь мир прямой хил, хилит босс. А, мне тут АТ-4 нельзя юзать, получается. Да, на меня не надо. Вы про это? А чё, тебе абсорб мешает, что ли? Ну, ему кинешь абсорб, его сразу сложит. Давай, напуливаем мобов. Единственное, что надо делать, это молиться, чтобы на вейтфьюже не кинулась моя сопля. Чё страшного, она хильнёт там 10 тысяч, может, дай бог и то. У меня стать 4, у меня абсорб пойдёт. При его по нему урон если пройдет хоть один. Сколько там было процентов? Бегите на ту сторону. 51. Давайте это пиздите поменьше, сейчас убьете, будете пиздеть. Милкер бейте. Тебя, короче, не ставит метки, поэтому хуй поймешь вот, на ком. Вот Ваку, ты сдох, какого хуя? Вы что там за лужу? Зачем ты, блядь, в лужу зашел, блядь? Ты же солн же, я понимаю. Боб будет? Вот эту лужу рядом со мной в боб в нее потратьте. По скоробеям будет кто играть, нет вообще? Играйте по скоробеям. Беги, малышка, беги! Бля. Блять, боже, что с Санубом? Где он? Я, короче, бабл нажал, чтобы он лужу мою не взорвал. Что? Идите босса, добивайте мелких. Напуливаем мобов. Сальву, скорее всего, может. Проби в радио. Хэш, добейте. Давайте переводите быстрее моба босса, захуяривать. С Герака ты. Похую. Я боюсь, что естественно не против. Не бойся. Верьте боссу. Левичка, отдавай незыбку. И в ханта не уроните. Хилы прохильте, его сейчас сдохнет. И гимны хп. Гимны там на хп по очереди давайте, присты. Давай владыка ушас. Масса груздал. Моб в рейде. Моба законтрольте. Да я не могу. Верните моба, я сейчас шакал. Покосит вас нахуй. Я шакал дал. Давайте, я добивайте босса. Чё до хуя дали? У нас Мортала, кажется, нет. У нас Рога умер. Не обосритесь, ну. Умер. Ханту, наверное, надо стрельнуть туда, не? Мортал повесить. А он в сурве. У них нету этого. Надо бэрнуть Рогу. Ну, бэрите, Геру можете дать. Давай. Короче, давайте гимн на хп кто-то. С пристов, прям сейчас. Срочно. Похуй на ДП. Да. А Геру не хотите дать? КД еще. На глю там паук сагрился. Давайте захуяривайте уже. Блять, него и удары. Глю убили нахуй. СС на нем был. Подхильте войда кто-то, хилы какие-то. Ага. Сейчас. Да, я уже встал войд. Давай, массакруйся, есть. Да, я уже сдавал. Все, пиздец. Ебать вы калечи нахуй. Это престов уже апнули или это не апнутые такие? Хуй знает. Апнули. Ты их еще не апнули. Все еще впереди. Сейчас я от всей хуйни то откажусь. Их точно апнуть надо? Да, апнули нас уже. О, гильный. Давно не падал. А, целое одно КД. Вечно что, пожалуйста.
гильдии. Так. Я отказался от площади, там есть что нажимать. Сейчас разъепешим. Сейчас сначала 300 и подам. Так. Где там этот плащ ебаный? Ёбаный 20 тысяч на оно бьёт. Епешьте плащ. Десять. Сто. Ебать, вы прикалываетесь. Чё, блю, то? Мы... Ретрику с РП зачем? На ханта нормально, а на фурике... Да, посмотри, как ставки пошли. О, это нормальные ставки уже. Просто изи забайтил. А то 10, 100. Так, Милфхант 2.3. У тебя всего 2600. Чё, кто-то будет больше ставить? Ты 680, у меня фронта столько ИП. У кого плащ, кстати? Не знаю. А хитрость у меня. Ну давай, тогда отдавай боссу. What the fuck? Косарь. Какие-то. Так, 2680, да? Отнимаем. Так, все получается, да? Спасибо за рейд. Да не за что. Все. ЕП это ты дал? А да. Че, ГМ не идем? Ну. ЕП не дал даже. Я давал ЕП.